стою на остановке. Автобус должен подойти. Как и у меня. На кого? На какой? На мой? А я говорю, ну где он, блядь, партнер и прилежной, блядь. Где тут на тот заезд, где здесь снимать? Это почта. В общем, я сейчас в Задонске. Так, куплю яйца там. Еще, может, семена какие-то. Мяско. Попробую снять рыбу. Магазин. Сейчас сниму магнит. Немного. Так, покажу, что на этом пути встречается, какие здания административные. Так, это гостиница. Там был ресторан какой-то Совкомбанк. Интересно. Не видела. Так, вот такой вот магнит. Здесь вот мужчина с огурцами сидит. 70 рублей килограмм стоит. Ну, в принципе, нормально так полкило купить на крошечку. Так, вот я стою около рыбного. Что тут есть? Палочки 99 рублей. Мясо миди 144, креветки королевские 599, креветки в панцире 609, аргентинские 439. Понятно, аргентинские дешевле. Ну, тут, видимо, может, по карте. Тоже королевские 499. Дальше. Скумбрия 169, филе ментая 209. Вообще столовская рыба, мне лично она вообще не идет за эти деньги. И даже смотреть не хочу. Фригет кита стейк 499, но это, наверное, вот это, наверное, фригет. Килограмм окунь 279, вот он. Горбуша стейк 149. Не вижу. А вот. Вот здесь вот горбуша стейк 269. Ну, горбуша, она, в принципе, не очень дорогая. Ну, за путасу какая-то 72 рубля. Но для кошек. Тилапия 299. Тоже, ну, для кошек. Какой-то макробус 99. Ну, это... в магните. Еще мы зайдем в два магазина, посмотрим. Так вот тут примерно. Так. В общем, яйца мелкие по 44, 69 крупные. Вот. Ну и деревенский вполне, птичник есть свой под Липецком. И 45, вот, 99, ну 46. Можно две кассеты спокойно взять, что я и сделаю. Так, вот я купила две кассеты яиц. Куриное пищевое, 10 штук. Туборг по скидке 49 рублей. Вот видите, здесь есть антисептик, я его обрызгала. И сейчас сниму фрукты. Блин. В общем, вот я взяла двое яиц, туборг. У меня руки то ли загорели, то ли такие грязные, но они так не грязные.
Вот есть антисептик. Я им уже побрызгала руки. Сейчас сниму еще фрукты. Пиво стоит 49 рублей. Так, немножко. Так, сейчас быстренько сниму фрукты. Черешня 369. Вот это черешня. Нектарины 209 килограмм. Мандарины 154. Авокадо, наверное, цена 27. Абрикосы 149. Апельсины 89. Персики 179. Вот абрикосы такие свеженькие. Так, здесь огурцы 79, а там даже дешевле, на улице 70 рублей огурцы. В этом же здании поднимаюсь на второй этаж посмотреть рыбку. Ну, тут пиво разливное есть, конечно, колбаски. Да, сейчас мы посмотрим в основном рыбу. Что тут продают? Так, сушеные, а вот замороженные. Вот мясо тут есть. Так, замороженная, какая большая вообще рыбёха. Ценников не видно. Сушеная 280, 440 килограмм. 210. Селедка. Скумбрия 290, сельдь 160. Ну, еще сельдь можно купить, но мне надоело сельдь. Камбала 799. Так, вот копченый. Так, что я хотела? Я хотела купить копченого леща, если он есть. Какой-то толстолобик 280. Жерех 360. Не ела. Вот он леща. 265 килограмм. Сейчас придется мне взять леща. Так, это балык. 1150 килограмм. Горбуша 480. Ну, такое копчение. Вот мне, например, не нравится скумбрия копченая. Все красиво смотрится, но для меня это невкусно. 370, 295 копченая скумбрия. Так, ну все, я пошла за лещом. Так, в общем, рыбу я взяла за 162 рубля. Ну, еще нормально. Сейчас я вам ее покажу. Даже сейчас ее надо показать. Так. Где она, красивая моя? Леха. Разлила пиво. Естественно, подорожала, потом я уже такую покупала. Так, вот такая. Сейчас я буду пить с пивом и надеюсь, мне не помешает тут полиция, здесь постоянно ходит, преслеживают. Так, ну как-нибудь сихаря попробую. Так, вот она, рыба, еще плохо снимается. Ну, такая уж ребрышки я съела. Такая вот она жирненькая, копченая. Вот даже показываю. Такое у нее мясо розоватенькое. Ну, она сыроватенькая, конечно. Мало соленая, ничего тут не пересолено. Просто класс. Кишки возьму кошкам, блин. Главное,
Ну тут я уже снимала. Борщица какая-то. Так, сейчас я хочу показать бутербродные. Ну, в эти я не хожу, я хожу вот в этот барбекю, бистро. B&B Burgers. Сейчас я поела рыбу, и мне уже ничего не охота. Но тут классные, в общем, бутерброды. Так, в общем, сейчас я в City Mall, это другой магазин. Посмотрим рыбку, почем тут. Вот туховой набор 150, потасу 90, мойва 350, кальмар 230, молоко 190, морской язык. Кстати, тут в магазине там костей уже не было, где я показывала предыдущий. Стейк зубатки 191, филе. Ну, зубатку, по-моему, можно пожрать. Стейк семги, филе, стейк трески. Может, зубатки взять? Стейк семги, да, 1060. Филе ментай 370, стейк трески 340, филе ментай 290, горбуша 230, форель 760, камбала 330, скумбрия 230, тунец есть даже 1 килограмм 280 рублей, пикша 33, хек. Тоже хорошая рыба, 330, хилька, сельдь 170, какой-то постный стол. Так, осетр 1200 рублей за килограмм, живой. Красавец. Так, здесь скумбрия 350, сельдь 290, тут разная сельдь 240. Атлантического иваси, шиваси давно не видела, в пряно-соевом заливе 370, салака есть 185, килька 170, камса 130, лещ 250. Вот я заметила, сушеная рыба прям совсем дорогая, семга пласт 1760. Ну, если сравнить, наверное, с Москвой, может, что-то дешевле. Семга 350, ну, вот такой кусочек, наверное. Одна штука написана 350 рублей. Семга. Так, теперь копчененькая. Скумбрия 460 килограмм. Тут вообще я скумбрию вообще есть не могу. 400. Форель. Балык 1450. Форель, он вообще у всех выращивается. Он уже, наверное, в природе нету. В каждом подсобии оцены, как я не знаю, что, как будто в море выезжает, ловят, блин. Замучились ловить, бедные, поэтому по 1450 продают. Потасу 240, горбуша. Да столько земли, да вы возьмите, сами ее вырастите. Так, вот смотрите, осетр, вот еще два, вот еще третий, такие красивые, по цене 1200 рублей за килограмм. Приходится по несколько раз снимать, все время исчезают кадры, меня уже это достало, блин. Снимаешь одно, домой приходишь, так хер знает, что снято, блин. Сейчас я нахожусь в косметическом магните около рынка. Так, в общем, сейчас я нахожусь в магните. Я купила вот эту вот краску осветлителя Сьюз. Обычно я пользуюсь осветлителем вот этим. Он 9 тонов, 9 осветлений. Это 4. Так. А раньше я пользовалась L'Oréal. L'Oréal я красила. Сначала осветление делала, потом крем-краску оттеночную. Волосы были мягкие, блестящие. Вот это я не знаю. А вот эту я делю на два раза. И потом еще покупаю тонирующее средство, поэтому
Ну, волосы жидковатые, конечно, становятся. Может, от тонирующих средств, не знаю. Так, в общем, сейчас я в Пятерочке около винного отдела, да? Ну, это понятно. Это Пятерочка около рынка находится, который я уже снимала. Посмотрим, какой выбор тут вина. Не знаю, кому-то, может, это знакомо, почитаем. Криан, Флома, Дэшо, 99, Минусолана. Ну, тут надо еще смотреть, что производство. Вот. Итальянское сделано, может быть, оно в Краснодаре. Где-то еще. Ну, тут навряд ли вот дорогое еще прям такое вино продавать. Посмотрите, как бутылочка. 600... Лома де ла Глория, блин. 699 рублей. Слушайте, ну я уже хочу такой бутыль. Испанский. Поближе. Блин. Где наша машина? Сейчас бы поехали за гараж. Сейчас такая жарища. Куда-нибудь на Галичеву гору. Вот с такой бутылочкой вина. Ну, цены все-таки, да. Вот 719 вижу какой-то. Мальбрек Аргентина. 700. Ой. Мне по такой бы подошло бы, в такую жарищу. И баночку пива выпила, сейчас коктейль взяла. И пачку соды. Ну, тут дешевле, естественно. 555. 2017. Ну, даже какой-то год есть. Ну, тут вот самые дешевые есть. 115. Вот. Да, пока вижу 115, 119. 2-3 штуки тут нет, но там дальше есть. Вот еще 618, 0, Казада, Пино Гриджо, белое сухое. А вот вино мускат белый, красного камня, ликерное белое. Уже касается. 799 мартини. Вино мартини. Мартини, тогда мартини было. Мартини, вот наверху не написано. Советское шампанское 1937. Какой-то эксклюзив. Ну, конечно, алкаши хорошие. Они, конечно, для себя тут в основном и приобретают. Бокароса. А вот 2000 Феррари Медо Классика 1902 год. Ну это же, блядь, подделка какая-то. 1902 год. Какой год у нас? 2264. Прям будет тут продаваться 1902 года. 970 была Джиоса Етаморс Просеко 499-450. Это фестивали. А Браудер Со Розе 410. Это Франция, наверное, разберсе. Жете, жене. Так, водочка. Водочка, она сейчас везде такая дорогая. Но тут, конечно, выбор такой. 279, 330, 399, 115. У нас в нашем магазине в селе такая стоит 150. Представляете, какая накрутка, бля. 335. 509 беленькая. Помню, мы такую пили, неплохая водка, но она была дешевая. Ну, это, конечно, большая бутылка.
Водка царская, абсолют, вот 799, все видели. Да, если же брать, то абсолют. Смирнов, интересно знать, есть. Деревенька. Там вот 115 водочка какая-то. Финская написано. Люкс. Да. 113, 200. Ну, в общем, короче, вот он, смотрите, какой длинный. Ну, такой, как бы, дом у себя такой бы иметь, да. 607 водка. Так, царство мы уже видим. Вот, вот коньячок, давайте коньячок посмотрим. Какой-то старейший написал, что, блин, Франция, блин. Так, вот я буду поближе показывать. 799 российский. 5 звездочек, 5 лет. Это в моем детстве такое продавали, там, за копейки. Он стоит 779. Коньяк российский. Жигит. Так, российский. 300. Ну, в общем, внизу вот 87 есть. Настойка 300 река. Внизу, в общем, подешевле 132. Кверху дороже. Вот 114 есть. На глоток. Усовский 89. Российский 109. Так, вот здесь уже, видимо, подарочный. Напиток Метаха, кто знает, 1899, 349. Мне кажется, во всех пятерках это есть, что это снимает только это. Мне кажется, тут какие-то застоявшиеся есть, тут же не сел кашет, блин. Бальзам, бальзам. Бальзам он помогает. 401. Мартини. 429. Вермут мартини. 399. Чинзана. 649. Бьянко. Напиток. Вот, блин, Чизан, Бьянку, блин. Нафиг я рыбу это купила с пивом. Надо было Бьянка Чинзана взять. 308. Ну, честно сказать, я вот здесь сколько живу, я первый раз так разглядываю. Я просто закажу, я знаю, что дешевый, как бы, нормально купить. Я даже не смотрела никакие расценки никогда. 374. Моретто 367. Это что я знаю, вот Амаретто, блин. О, Амаретто. Так, вот это я знаю. Это виски, да, 879. 1149, 679. Это Лондон. 899. 1500 виски. Эти вот я не знаю. Лошадь знаю, оленя не знаю. 470. Ну, в принципе, на какой-то праздник вполне реально все это купить. Так, здесь вот еще есть. Здесь такой же. Это село Нижнее Казачье.
Это начинается элитное село Верхнее Казачье. Ну, конечно, я не все здесь сняла, так, обрывочки. Кстати, водитель так притянул автобус, потому что у меня свалилась сумка. Ну, естественно, яйцо там какое-то разбилось. И когда я пришла домой, у меня не было пачки сигарет и 60 рублей еще. Церковь, в которой я крестилась недавно, несколько лет назад, Нижняя Казачья.